Я считаю, что получился хороший матч. Наверное, самый быстрый, который мы сыграли с трех. Видно, что команда двигалась, и Амур неплохо двигался, и мы тоже двигались хорошо. Момент создавали, момента было достаточно, чтобы забить. Сбор еще не завершился, работа сейчас в Челябинске начнется, тоже там надо готовиться к турниру, у нас серьезный турнир будет в Челябинске. Я думаю, этот сбор мы провели как бы нормально, отработали здесь полностью. Было сегодня поуверение немного. Первый матч я выходил как-то немного скованно, потому что ребята постарше, привыкнуть все-таки к этому надо. Сейчас вышел вот. Как бы вообще не думая об этом. Да и ребята подбодрили, те, кто постарше. И все хорошо вроде бы складывалось. Небольшая потасовка с твоим участием. Что там было? Воткнулся в защитника, ему не понравилось. Что, конечно, молодой втыкается, это никому не понравится. Ну, как бы никто выступать тут не собирается. Все тут на равных условиях. Было как-то в мечтах в детстве, что приехать там с КХЛ потренироваться. Никогда не думал, что вот так вот все получится. Благодарен тренерскому штабу, что доверили поехать с командой на сборы. Это для меня колоссальный опыт.